Всем привет! Сегодня я буду допиливать вот этот станочище свой. Есть большое биение, я уже об этом говорил. Сейчас у меня появились новые возможности, новые приспособы. Так что я делаю из него идеально ровный станок. Погнали! Для начала надо добраться до той самой кривой запчасти, из-за которой весь сыр-бор. Если кто смотрел видео по изготовлению этого станка, кстати, ссылку оставлю в описании, то знает, что когда я его собирал, мне пришлось просить незнакомого человека выточить деталь на токарном по металлу. Ну что ж, кожух снял, начинаю откручивать сам круг. Привернут он на одну гайку. С помощью ключа на 17 ударом своей граблей сбиваю гайку. Убираю шайбу с помощью пассатиш. И теперь сам круг. Ага, не все так просто. С помощью двух ключей мне удается это. Сразу же исключаю кривизну штока двигателя. Отделяю эту самодельную болванку от фанерного диска. Прикручен он тремя болтами. Снял, посмотрел. Принял решение исправлять на токарном. Так как станок маленький и такой размер не зажмет, нахожу болт диаметра отверстия и одеваю на него. Сидит довольно-таки жестко. Зажимаю в патрон, запускаю и смотрю. Невооруженным глазом видно биение этой детали. Начал проходить резцом. Оказалось, не так уж и плотно он сидит. Пришлось воспользоваться помощью суперклея. И вот теперь все нормально. Но есть одно но. Резцы одни и уже туповатенькие. Жду других, хороших. Так что снимаю помаленьку. Ну и в конце все дорабатываю болгаркой. Вытащил, доработал центр. И все, готовенько запчастюга. Ставлю на место, собираю все в обратном порядке. Воспользуюсь случаем и поменяю наждачку. Поставил кожух, и теперь пришло время вернуть первоначальную форму фанере. Так как этот железный шкив был кривой, пришлось под него немного подгонять фанеру. Ну а теперь все прямо, ну и нужно сделать прямой фанеру. Поработав 20 минут стамеской, я добиваюсь результата, который меня устраивает. Все, с кругом разобрался. Убираюсь по-быстренькому на столе и разворачиваю наждачку. На этот раз будет целая, не склеенная. Разворачиваю, размечаю, вырезаю. Наношу клей на наждачку и на фанеру. Делаю соприкосновение. Отрываю, жду 5 минут, мажу еще клей и склеиваю. Наверх сваливаю все инструменты, которые нашел. Ставлю все на место и испытываю. Вот это совсем другое дело. На этом все. Всем пока, хорошего настроения, до скорой самоделки.